линейка в школе. Дети в пионерских галстуках, как у нас когда-то. Я, как человек родом из СССР, прямо чуть не плачу. Это первоклашки. Торжественный момент. Их выстроили всех в один ряд. В два ряда, в три ряда. С вами были первоклассники Вьетнама, которых на линейке торжественно встречают более старшие классы. Все по случаю торжества одели пионерские галстуки, как у нас когда-то. Посмотрите.